Привет-привет, ребята, с вами Катя, и мы продолжаем играть в убитого. Так, в той серии мы пытались проскочить мимо вот этих вот, блин, козлов, но бой вышел неравный, в итоге меня загасили. Вот эта вот тварь, которая вот прям, сука, загасила меня. Гнида. Короче, я так подумала, поразмыслила, думаю, мы не будем их убивать. Ну, мы попробуем как-нибудь, не знаю, проскочить мимо них, только как? Телепортации как-нибудь, конечно. Куда внутрь? Ты спрячься, ты, твою же мать. Блин, они все тут ходят, и как их, мимо них пройти, я не знаю. Ой. Что ты орёшь-то на меня? Ты не нашёл, блядь, как? Твою мать, как? Гниды поганые. Сука, как мимо них проскочить? Нахуй, блядь, беги! Не то нажала вообще. Он нас ищет. Как к нему ищет, я не понимаю. Блять. Не пойти б тебе нахуй. Твою ж мать, а? Пройди ты. Кто-нибудь может так? О, как же тут холодно. Да. Тут не только холодно, тут еще и страшно. Слушай, как думаешь, ведьмы в этом году победят? Ведьмы, блядь. Ага, ты про... Вот получилось. Так, тут, надеюсь, их нету. Фух, твою ж мать, мы ушли они. Блядь, а? Вообще просто... С каждым разом все страшнее и страшнее, блядь. Вроде их тут нету. Ой. Тут скоро с инфарктом ляжешь, блядь. От этих уродов. И они еще и кучкуются теперь, блядь. Втроем ходят. Они-то втроем ходят, им-то не страшно, а мне страшно. Ты задрала, слышь? А, вот еще какая-то штука. Девка, ты задолбала меня пугать. Постой. Не бойся меня, я хочу узнать, кто тебя убил. Ну, может, ты что-нибудь скажешь? Это не я. Да, да, я полицейский. Сюда привязали, что?
Черт, понял. Ты не пытаешься убежать. Ты ведешь меня. Надо выяснить, что хочет сказать София. Ты что, она хочет сказать? Тут одна единственная улика. Так. Что это за звук? Ветка? Да ёлки! Это трещина. Похоже же на хруст ветки. Офигеть! Офигеть, что он с ней делал? Так и знал. Звонарь. Но почему он захотел убить тебя именно так? Эй, не бойся. Давай, выходи из воды. Все нормально. Я тебе не враг. Давай. Я не знаю про договор. Прошу, перестаньте. Вот он моральный урод, а? Что за чертовщина? Какой договор? Договор? Не понимаю, какой еще договор? Ты чего боишься, девочка? Нет. Сейчас тебя убьют. Ты еще ребенок, не надо на это смотреть. Что ты хочешь сказать? Возьми меня за руку. Ну давай еще раз возьмем тебя за руку. Клянусь, я не знаю про договор. Пожалуйста, нет, не надо. За что вы так со мной? Кто вы? Что вы делаете? Так это вы! Нет, я не хочу этот умирать. Знак. Она узнала его? Нет. О, господи. Прошу. Да кто же ты такой, блядь, а? Нет. Что ты творишь? Он на тебе. Его знак. Он что-то означает. Так там типа колокол. Не бойся. Покажи, покажи, пожалуйста. Ну, сейчас демоны придут, твою ж мать, блядь. Сейчас еще демонов не хватало, и так еле убежали. Ну, вот и все. Нужно возвращаться к Джой. Я там не пойду. Куда возвращаться? Я не пойду туда. Вернуться к Джой. Куда? Удалить? Ух, фига себе. Может, теперь крутые, может, умеем телепортироваться. Козлов этих нет. Я не пойму, для чего иногда вот эти, если... Допустим, здесь никого нету. Так страшно, так мерзко. Прям страшно. А, так это мы обошли, получается. Блин, а не проще ли было так пройти? Ронан, я слышала крик. Ты в порядке? Ну, я ты все еще мертв. Ты спрашиваешь у призрака? Ты ведь что-то нашел? Да, нашел. Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашел? Да не свети своим фонарем в глаза. Извини. Хорошо ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он все время спрашивал ее про некий договор. Ну что, ты в курсе вообще? Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп!
Другой случай. Выжившая жертва звонаря. Арис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред проказни и договор. Опять договор. Там сказано, где она? Написано «Люкс Этерна». Это что? Да. «Люкс Этерна» — это психбольница. Если у нее там шизофрения, то понятно, что она там. Ладно, ты готов? Знаешь что? Ты пока иди вперед. Я немного задержусь. А? Ну, увидимся в психушке. Прикольно, что уж. Не говори. Увидимся в психушке. Джулио Коннор. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. Сейчас расплачусь. Рекс пришел. Я думал, на свиданку собирался. Там оказался к сестре. Да, только поймешь, что даже говорить ничего не хочется. Прости, Джулия. У меня плохие новости. Расслабься, брат, она в курсе. Ой, покидаем одно мрачное место, идем в другое. Так. Где психбольница? Найти в психиатрической больнице выжившую жертву звонаря. Какая-то девушка выжила после нападения звонаря. Возможно, она что-то знает. Начать расследование. Да ёлы, чё так далеко идти-то? О, прям дошли до больницы. Быстренько. Вроде кажется далеко. Психбольница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыты врачей увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Ты не забывай, кто тебе дверь открывает. Да, да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Мне эта песня какой-то, блин, червяк. Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Блин, папка-то вредная. Да, я ходила, они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе.
часы. Что заставит дежурную помочь Джон? Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации. Окей. Ой, да куда ты? Алло. Какую-то кнопку нажала, то ли зажала, что-то сам ходит. Мальчик на костылях. Так, динозаврик. Так, теперь вселиться. Влияние. Нет. Значит, мальчик. Ох, сынок, сижу вот и думаю, как ты там без меня? Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис. Айрис Кэмпбелл. Да. Твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного сейчас. Мне только нужно посмотреть на монитор. Так. Мне сейчас запомнили шоковая терапия. Нет. Да подожди ты. Вот. Палата 216. Она в палате 216. Джой, нужно скорее ее найти. Ей назначили электрошок. Так, детка. Путь свободен. Где? Пойдем. У Айрис через 15 минут шоковая терапия. Это когда по мозгам током фигачит? Вот черт. Да уж, лучше не скажешь. Пошли. Эй, ты че? Больная. А, ну да. Еще одна камера отключена. Пойдем. Видишь камеру? Я не такая невидимая, как ты. Выручай. Да заткнись ты, подожди. Тут так-то еще и люди. Ты капец вообще незаметно стоишь, мать. Так, давай еще раз, быстро. Полтергейст. Здесь. Пойдем! Стоишь, блин. Я уже проверяю на всякий случай. Может, тут тоже эти демоны, блин, чертовы. Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Неа, как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. О, ладно. Тебе жалко, что ли? Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты.
Нет. Что делать? Так, иди дальше. Иди в палату Айрис. Нет, нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди. Так, ну тут же не пройти вообще никак. Вау. Опечатано. Может, тут попробовать. Это мне это совсем не нравится. На всякий случай. Куда идти-то? А, кошку слушать. О, мы даже с кошкой можем фигню делать. Так, куда нам идти? Сейчас бы еще за кошку понять, как тут пройти. А, вот. Так. Там получается сюда. Вау, чей-то череп. Ну? Блин. Напугали. Нам тут пройти. Так. Там мы сможем пройти, нет? Куда нам дальше-то пойти? Ну, не хочет продолжить. Ну давай, не тупи. Да блин. Так. Оп. Как нам пройти? Куда же нам попасть-то надо? Они опять все рядом ходят. Да. Ёпти мать. Я не пойму, в какую нам палату надо. Не мое. Где я? Ты здесь работаешь? Прояви милосердие. Не могу помочь, прости.
он нам... Блин, мы не можем тут пройти. Да? Да. Что же делать-то? Как их обойти? Бежать? Бежать нет смысла. Убить? Так они меня убьют быстрее. Блять. Ой, не ходи, подожди. Нет, ты меня не видишь, ты меня не видишь. Блять! Сука. Блять! Ёб твою мать! Куда укрыться? Куда? 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 Они все пришли сюда. Фух. Окей, мы пробежали. Не досины. Офигеть. Только не говори, что там еще есть. Пришлось с тобой пожертвовать, чтобы пробежать. Но зашибись. А нет, можно же телепорт. Ху-ху-ху-ху. Ага. А. Правильно хоть и пошла? Да. Они вообще жесткие уроды эти. Эй, Ронан. Забыл, да кто про тебя забыл-то? Давай, проходи. Ты идешь? Так. Нам тут что надо? Да ты чё там осталась? Я же тебя запускаю, пойдем. Пойдем. Алле. Ты прикалываешься, что ли? Не пойму, я тебя же зову, пойдем. Я тебе дверь открываю, пошли. Да твою мать, тебе что надо? Эй! Что ей надо? Я же ее впускаю. Не говори, игра, что ты зависла. Тебе так надо было сделать? А по-другому чё, никак? Мне так. Кажется, что про нас все знают. Мы же просто разговариваем, так ведь? Нет, не только. Тебе кажется, что мы невидимы. Но люди-то все замечают. Только если подглядывают в окно твоей квартиры, именно тогда, когда мы, ну, с мамой знаешь. Тс, не говори так громко. Ты меня в краску вгоняешь. Я тебе не отдам.
Никак с ней разговаривать. Проклятие. Мы с тобой боялись электрошока, но, похоже, уже поздно. Не говори так. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Что это? Нарисовано. Айрис. Эй. Не волнуйся, я хочу помочь. Не трогай мою сестру! Я не буду трогать. Не подходите! Опа! Да успокойся ты, ты чё? Круто. Да, давай скажи, что ты ищешь медиум. А, кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Я не помню, может, в мамином досье? Вон звонок. Ой, колокольчик. Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Ты чё пугаешь, дура? Договор? Она всё помнит, она соображает. Шальная баба, блин, напугала. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Так, что нам надо? Выясни, что значит... что знает Айрис. Так, вот эти символы. Ага, она выталкивает. Что за хрень? Она меня как-то выкинула? Ладно. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Так, надо выяснить, что известно Айрис о звонаре. Так, ну давай. Проанализируем. Так. Нет. Да, ёлки. А. Так. Костыре. Опять этот знак. Спокойство. Так. Три девочки. Связь. А, немножко близняшки там что-нибудь такое. Но близнецы точно. Так, проанализировать. Мне кажется, погоня. Пытки. Еще. Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия, а? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? Смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд. Вывод. Значит, их сестрой поймали, так? Значит, это звонарь получается. Он решил сжечь на костре, как ведьму, что ли? Что происходит? Тихо. Мне страшно. Да тише ты. Нет, нет, беги, беги. Беги. Давай. Не трогай ее. О! Вот сволочь. Беги. Беги. Беги.
Вот ее только это и спасло, по сути, что темно она спряталась. Ну и, естественно, сестра ее спасла. Он ее сжег все-таки? Охренеть, он ее заживо сжег. Он реально какой-то ёбнутый на голову мужик. Я после такого тоже с ума сошла. Роу спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну, что? Что ты видел? Так полная жопа. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Убирайся! Да что ты орешь-то так? А, и такие типа в больнице вообще, да, никто не слышит, что это орет. Ты в порядке? На всю Ивановскую. Ронан? Это Роуз, сестра ее. Она вселилась. Я же сказала, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец. Ладно, возможно, Айрис это ключ ко всему. Помоги ей. Она пойдет с нами. Нет, вы ее не соберете. Так. Хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. Я в твоем месте дам типа, выбор, чтобы она пошла с нами. Так. Что нам надо сделать? Помочь Айрис сбежать из больницы. Ага, как это сделать? Куда бежать? Как бежать? Что делать-то? Она вот пишет выход. Быстрей. Тут камеры нет уже. Так, может куда-нибудь его подальше увести? Так вот вселяешься и как бы ничего нельзя сделать. Ну? Бегом, бегом, бегом. Быстрее, дамочки, быстрее. Подожди, назад. Вы идете? Ну все, пошли тогда. Перейти в город. Ну? Сюда. В эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну? Что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор с дьяволом. Чего? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Я не знаю. Где же я видел этот столб? Ну вот он, приглашение на выставку. Видно же. Короче, смотри, отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности, потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Конечно, жалко ее сестру.
И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? Он по каким-то там пуританским законам, где, кажется, он живет, или как там правильно называлось. Так, это мы сделали. И осмотреть выставку и найти связь между ней и звонарем. Каким образом звонарь или убийство связаны с выставкой? Не дам ничего сказать, так резко включили заставку. Так, давайте уже в следующей серии мы пойдем в этот музей, узнаем там, что вообще там происходит, почему этот столб мы видели именно там. Опа, колокол. Ладно, ребят, на этом будем прощаться. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо и всем пока-пока.